Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении торговая система Win 1.0 для бинарных опционов. Данная торговая система является сигнальной трендовой стратегией, которая работает благодаря сигналам в виде стрелочек, трендовому каналу и индикатору линий и каналов. Предназначена торговая система Win 1.0 для таймфреймов M1 и M5, и также стоит отметить, что она является платной, но с нашего сайта для ознакомления ее можно будет скачать бесплатно. В данной стратегии используются 6 индикаторов, но только 5 из них являются нужными в торговле. И первый индикатор, который мы рассмотрим, это индикатор стрелочек. Обратите внимание, что в стратегии используются 2 вида стрелочек, и именно этот индикатор отвечает за маленькие красные и синие стрелочки. А настроить в нем можно только алерты или цвета. Следующий индикатор отвечает за время до закрытия бара, и поэтому рассматривать его мы не будем. Следующим идет минутный индикатор, который отвечает уже за большие стрелочки. И настроить в нем можно также алерты, но помимо этого есть и настройки для самих стрелочек. И при желании можно увеличить или уменьшить частоту самих сигналов. За это отвечают второй и третий параметры. И стоит отметить, что использовать лучше стандартные параметры, так как они являются самыми оптимальными. Далее идет индикатор, который отвечает за трендовые каналы. Но обратите внимание, что имеется в виду канал, основанный на скользящих средних. И при желании в нем также можно поменять настройки, после чего изменится и сам канал. Но опять же, изначально лучше использовать стандартные настройки, так как они являются самыми объективными. Следующий индикатор отвечает за уровни. А если говорить точнее, то имеются в виду не только горизонтальные уровни, а и трендовые линии. И изменяя настройки данного индикатора, можно получить более широкие или более узкие трендовые каналы, а также дополнительные уровни поддержки и сопротивления. И последним индикатором в данной стратегии является индикатор под названием таймфреймы. Находится данный индикатор в подвале. И на самом деле называется он абсолютно по-другому. Название данного индикатора – PPA. И предназначается данный индикатор для такой стратегии, как три экрана Элдера. Все, что можно поменять в данном индикаторе – это цвета свечей, а также подключить дополнительные таймфреймы или наоборот отключить ненужные. Теперь, изучив все индикаторы из данной стратегии, можно перейти к правилам торговли по ней. При торговле по данной стратегии обращать внимание необходимо на три основных сигнала. Первое – это каналы и линии поддержки и сопротивления. Второе – это канал, который основан на скользящих средних. И третье – это непосредственно сами сигналы в виде красных и зеленых больших стрелочек. Обратите внимание, что маленькие стрелочки используются только для подтверждения сигналов, и они почти не используются в торговле. Подвальный индикатор тоже может использоваться для подтверждения сигналов, но основной его задачей является указание тренда. Поэтому его роль в данном случае только информативная. По итогу, чтобы покупать опцион колл, нам необходимы следующие условия. Первое. Цена должна находиться на нижней границе канала и скользящих средних, и также допускается, чтобы она была ниже данной границы. Второе. Цена должна находиться на нижней границе трендового канала или как минимум на уровне поддержки. То есть можно сказать, что подойдет абсолютно любая трендовая линия, которая начерчена индикатором. И третье. Должна появиться большая зеленая стрелочка. И на данном участке графика у нас есть два сигнала, которые соответствуют правилам. И в первом и во втором случае можно наблюдать, что цена находится на нижней границе канала. Также есть уровни поддержки в виде трендовых каналов, и также появляется зеленая большая стрелочка. После этого можно заключать сделку на покупку опциона колл с экспирацией в 3 свечи. Как уже говорилось ранее, можно использовать и дополнительные подтверждения. И в данном случае таковым выступают свечи подвального индикатора, которые говорят о том, что тренд направлен вверх на большинстве таймфреймов, что усиливает любые сигналы для опционов колл. Опционы PUT покупаются точно таким же образом, но правила являются обратными. И нам необходимо, чтобы цена была на верхней границе или выше данной границы ценового канала и скользящих средних. Далее нам необходимо наличие сопротивления от трендовых каналов, основанных на трендовых линиях.
И в конце нам необходимо, чтобы появилась красная большая стрелочка. И в данном случае у нас есть один идеальный сигнал, в котором есть и большая красная стрелочка, и несколько уровней сопротивления, и также цена находится выше канала. Поэтому можно спокойно покупать опцион PUT с экспирацией в 3 свечи. И также обратите внимание, что все подвальные свечи являются красного цвета, что дает дополнительное указание на покупку опционов PUT. В заключении хочется сказать о том, что все индикаторы для данной стратегии можно найти в свободном доступе, несмотря на то, что сама стратегия является платной. Но это не делает данную стратегию неэффективной. И при правильном подходе, а также использовании money management и risk management, она может принести прибыль. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!